Эту партию автомобильных катализаторов неизвестные привезли скупщикам ночью. Рассказали, что якобы приобрели их в другом регионе. За каждую деталь им заплатили от 8 до 12 тысяч рублей. Остальные встречи проходили в дневное время суток и на разных локациях. Часть дел купли-продажи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Ну, у нас есть реклама на Авито, в Инстаграме, ВКонтакте можно нас найти. Звонят, приезжают, обращаются. Мы выезжаем на этот... Едем, оцениваем, покупаем, и вот так вот знакомимся все. Ну, в общем, где-то сдали уже штук 15. Угу. Да, ну, где-то за месяц, скажем, вот так вот. Ну, они привозили, да, бывало, и 6 штук привозили за один день. Это 10 килограмм. Между тем, в полицию поступили десятки сообщений автомобилистов о кражах катализаторов. Злоумышленники выбирали иномарки, оставленные во дворах, и при помощи электроинструментов, чаще всего это была болгарка, демонтировали части выхлопных систем. На срезку одного катализатора уходило 10-15 минут. По каждому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время данные уголовные дела соединены в одно производство и расследуются следственной частью Следственного управления МВД России по городу Саратову. В ходе предварительного следствия установлено, что данное преступление совершала группа лиц, состоящая из не менее 4 человек. При выполнении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники оперативно-сыскного отдела Управления МВД России по городу Саратову установили личности и местонахождение подозреваемых. В ходе спецоперации полицейских при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» по подозрению в совершении преступлений были задержаны 4 жителя областного центра. За что задержан, знаешь? Нет. В настоящее время установлена причастность задержанных к 20 кражам автокатализаторов. 14 преступлений совершены на территории Заводского района, не менее 3 в Кировском. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, подсчитывается. Ехал в машине друга с другом, и нас взяли. Я не знал, что в машине находилось. Что было в машине? Что было в машине? Катализатор. Один. А? Один катализатор, болгарка. Угу. Сняла катализаторы, все. Угу. И нас задержали, говорят. Ага, а на каком адресе? Солнечный. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов. Эллада Абжалимова, Анатолий Чернов. Дежурная часть, Саратов.